Всем привет! Добро пожаловать на канал Неврозы Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Я хочу рассказать, как вам не потеряться в информации на канале и что вам нужно делать для того, чтобы справиться с вегетососудистой дистонией и прочими невротическими расстройствами. Итак, если ты новичок и ты только познакомился с каналом, что тебе нужно сделать? Обрати внимание на шаг первый и шаг второй в плейлистах. В шаге первом собрано видео, посвященное вегетососудистой дистонии и паническим атакам. Там же собрана технология работы с паникой, технология работы с симптоматикой. Посмотрите этот плейлист внимательно. Второй плейлист называется «Шаг 2». Там собрана информация об УКР и прочие социофобические конструкции. Вы получите исчерпывающую информацию абсолютно бесплатно для того, чтобы начать свою терапию и не терять время. В плейлисте «Психотерапия» собраны более глубокие, более фундаментальные занятия именно о самих неврозах. Там же собраны занятия из моего онлайн-тренинга, который проходит регулярно каждый месяц. Посмотрите шаг первый, шаг второй, если вы новичок. Далее, что будет происходить в октябре месяце? Многие люди не могут записаться ко мне на персональные занятия ввиду большого количества желающих, а я не могу работать 24 часа в сутки. Поэтому мы сделали онлайн-занятия для того, чтобы вы не теряли время. Итак, 21-22 числа будет онлайн-вебинар «Точка роста». Посмотри на этот слайд. Мы собрали основные сферы, в которых на самом деле возникают те самые невротические эмоциональные проблемы. Мы будем разбирать каждую сферу отдельно, я буду приводить примеры, я буду говорить конкретно, что надо делать для того, чтобы справиться со своим расстройством. 21-22 октября онлайн из любой точки мира присоединяйся. Ссылка на регистрацию будет в описании. 23 числа мы начинаем шестой сезон. Шестой сезон – это тоже онлайн-занятия, только их 10, и идут они 5 недель, понедельник и четверг, 8 часов по Москве вечером. Также ты сможешь получать копии, если ты не можешь смотреть онлайн ввиду разницы часовых поясов, работы и так далее. Что будет на шестом сезоне? Шестой сезон – это 10 занятий, за которые нам нужно будет научиться работать и с симптоматикой, но основной упор я буду делать на работу с рациональным мышлением в области когнитивно-поведенческой психотерапии. Вы обучитесь навыку когнитивно-поведенческой терапии. Вы увидите сферы, в которых на самом деле кроются ваши неврозы. Посмотрите наше занятие, пятое занятие, седьмое занятие пятого сезона, девятое занятие пятого сезона, вы все увидите. Достаточно жестко, прямолинейно, но честно и откровенно. Итак, шестой сезон – это мероприятие для тех, кто не может попасть ко мне на персональные занятия, но хочет заниматься своей психотерапией. Очень многим ребятам эти сезоны помогли, и они уже не нуждаются в таком количестве персональных занятий. Они уже движутся дальше самостоятельно. А даже если вы захотите прийти на персоналки после сезона, ваши занятия будут гораздо более меньше и гораздо более конкретными. Вы не будете тратить огромное количество времени на изучение базовой информации. Поэтому я приглашаю всех на шестой сезон, кто хочет начать свою терапию. Не надо сидеть ждать, не надо мониторить YouTube, не надо искать ответы в интернете. Надо просто заняться своей психотерапией. Ссылка на шестой сезон тоже в описании. Также я приглашаю тех ребят, которые приходили на раньше сезона, потому что на пятом сезоне у нас было много людей, которые приходили раньше. И они говорили о том, что вот второй раз заходит как-то еще лучше. Поэтому, ребята, с 4-5 сезона тоже приходите, для вас будет отдельная подготовленная скидка, вы об этом знаете. Ну и 28-29 октября для тех, кто хочет лично со мной 2 дня провести в плотном таком мотивационном потоке, совершить прорыв в области своей мотивации, прорыв в области своей энергетики, прорыв в области своей компетентности во всех сферах жизни. 28-29 числа живой семинар в Москве, в центре на Тверской улице, метро Маяковская. Мы будем проводить живой мой семинар, который будет посвящен терапии неврозов, профилактике стрессоустойчивости и развитии личного успеха в области не только неврозов, но и в целом, потому что неврозы – это препятствие, которое мешает вам реализоваться в жизни. Но об этом всем подробнее вы увидите на канале. 28-29 прилетайте в Москву, приезжайте, вы получите очень большой заряд энергии, очень большой заряд бодрости. Непосредственно со мной 2 дня вы сможете задать все вопросы, вы сможете проработать то, что необходимо. Я не буду тратить много времени на своем очном семинаре на симптоматику. Мы будем заниматься конкретными сферами, а именно самооценкой, неуверенностью в себе, невозможностью принятия решения, откладывание на потом, бездействие, детские аспекты мышления, которые мешают вам воспринимать реальность объективно. В общем, все это 28 и 29 числа мы будем прорабатывать 2 дня подряд.
Поэтому не тяните ваши занятия. Если вы не можете прилететь в Москву, начинайте на шестом сезоне. Приходите на 21-22 число на тоже на точку роста онлайн. Мы сделали для вас все, чтобы вы справились с вашими неврозами. Не надо тянуть. Чем больше вы тянете, тем глубже вы погружаетесь в эту проблему. Начинайте прямо сейчас. Ну а если вы хотите заниматься со мной по скайпу, приходите на шестой сезон и возьмите услугу дополнительное скайп-консультирование. Таким образом вы получите не только шестой сезон, но и забронируете себе два места персонально со мной по скайпу, чтобы проработать какие-то ошибки и непонимания после шестого сезона. Мы сделали для вас все, чтобы вы двигались вперед. Ваша задача только начать действовать. Поэтому действуйте, и мы увидимся с вами на онлайн-занятиях. Ссылки все в описании или в Москве 28 и 29. Счастливо, пока!